Это на кого так? Это на кого так? О, ну я же говорил, что сейчас советская изнушка нахуй взять, по-любому ерунд. Да, все это на тебя смотрю, беда нахуй. Крыша. Блять, я забыл, что не стрелять, слушай. Вот это кафе! Да, блять. Справа возле дома был. Вроде. Слышь, непривычно двигаться так. Быстро, да? Вообще жесть. Я даже не сразу прицелиться смог, короче. На крышу выхожу, думаю, что прицел не могу поймать. Она вообще одновременная, слышь, у меня, блядь, калаш 5 раз точнее стреляет, блядь. Справа не направо пошел. Блядь, а тут нет этого самого еще, нахуй, этого. Ассаута, нахуй. Ну, конечно. Я прицел включил и застыл на месте, блядь, непривычно нихуя. Нет, пизду, я ебал рот, я своего, блядь, ну, гадкого дела, мы еще играть не буду, нахуй. Дело не в донате, дело в атаку. Она косая, реально, как ты с ней, блядь, стрелял, нахуй. Да, нормально. А, поэтому ты орался с ней, никого убить не можешь, потому что, блядь, никого не попадал. Я с ней, кстати, убивал. Да, я не заметил. Ну, так не знаю, видосы посмотрите, не знаю. Прыжи, Миша, ёбаный. А ты что, мой ёбаный, там, блин, на прицепе, да? Ну, там, смотри, что это. Первый этаж слева. За сломанной машиной. Право, второй этаж бегает. Не дамажит, короче. Ты слышишь, слышишь, по правой стороне, на второй этаж. И у тебя, смотри. Да, ты тут завалился ко мне только, на. Макс, ты не смотрел стрим в этом, в группе? Я скидывал, как медали. Выходные. Не, я не смотрел, как много народу, я даже не знал, кого целится, его бы не было. Да ну я пизду, я короче, блядь, я вообще нахуй зашел с него, блядь. Ленка, блядь, ну что ты там? Рипа, ты играли? Болит. А, еще я пьяный, нахуй. Ха-ха-ха. Просто смотри. Ну-ка, их там бывает же. Это было неожиданно. Там ёлки смотри. Слева первый этаж. И второй. Справа, вниз. Под домом был. Правый, 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 синий. И не буду. Спасибо только, блядь. Нет, не буду. Кем? На дамажил двоих или троих. Я не буду. Направо. Все? Не-не-не. Максимка, выдерок, блядь. Будь здоров. Спасибо. Направо не есть. Я только, блядь, интересно, я там стреляю, блядь. Так стрелял, на самой их убил, это мне интересно. Да там даже Узик против Узика, блин, вообще темно. Такой тоже пизда, сынки нахуй, он, блядь, расстояние двух от друга, 8 через контейнер, он, блядь, выстрелил, он вдвоём, блядь, упали нахуй. Красавец нахуй. Да он про, вынул бы нахуй. Да. Ты видел, какой у него левел, блин? Ты газ центрального окна мне нарезал, я даже не понял, что произошло, блин. Второй этаж центрального окна. И сколько ему надо попадать, пидорас, в задвери там сел? Хватит, блядь. Ебать, он очухался, нахуй. Ты поднимайся. Да ну пизду. Он лагерь-то, блядь. Я знаю, я в тот раз в него с деталью стрелял. А дым на лестнице после этого раза. Это слева между первым и вторым. Побежал в центр дома. Гараж побежал, блядь, на крышу, гаражи. Да я даже уже стрелять остановился, блядь. А он умер потом от кровопотери, блядь.
пизду. Короче, блядь, я ебал нахуй, что он, блядь, бил, а вообще стрелять невозможно нахуй. Как я, блядь, на русском нахуй сэмпке вообще играл, хуй его знает. Отлично. Он, оказывается, у нас на резке. Чего сейчас прикладывал, блядь? Тебя прикладывал. Я еще и заскринил. Ну, так что веселее. Ну, так что веселее. Ага, Хилос прикладывал. Вот сумму в глаз, блядь. Ой, ну в глаз, блин. Слышь, Макс, может, с клана выкинем? Мы вам так ходим на босок. Не, ну если скрины видео, он начнет появляться в сети, тогда да, конечно. И тут. Ну, это тоже, ну, тут. Туда же. Блин, он просочился. Вопрос, как он пробежался, мы его не заметили. Да, я тоже заметил. Интересно, как получилось. Ау, и понял, я знаю, ну. Типа пацански, но все равно. Да. Ой! Откуда? Он из-за центральной стены! Да, уже проходит, походу. Нет, он сидит там. Нет, выбежал. Нет, четыре. Выйди. Засмени ты оружие быстрее. Да куда там, слышь, узики эти? Ну да, вообще, я говорю, контейнера до контейнера. Нахер мы снапал вообще, блин? Сразу два ствола с собой берешь, короче. Автомат УЗИ и снапу. Правый желтый. Все будут на базу, двое. Один центральный окно, второй этаж. На крыше гаража быстрее, мать. И второй еще. Это что за хуйня, в упор расстрелял спину, он не сдох. Ну я посмотрел, что сильно прокосил. В гараже. Кстати, откуда эти мудаки наушники только набрали? Справа, справа за домом, короче. Блин, правый желтый, нахрен. Макс по мне поливает. Сейчас, дым, я не вижу вас. Я хуею! В упор расстрелял башку ему, он не дух. Ты, ну блин, это вообще тоска! Как он по мне стрелял? Как он тебя вообще разрубил, блин? Не, пацаны, нас так, блин, и делают тут, как ведь. Ой, заклинил. Да они сели и ждут, блин. А, куда, блин? Охуеть! Куда тебе нахрен выкинет свою снайперку, крупорушка, блядь? Видел, что он с сумочкой творит, блядь? В гараже есть. Пойдем, хули заодно было послушать, на улице опять открывает. Оружие. Наша первая, чё, отступим или похер, или будем додавливать, ну бог. На втором этаже крыша. Ну 4.11, да, мне кажется, его задавить можно. Он где-то тут топает, с левой. Сейчас, подожди, перейду на левую сторону, посмотри. А, да, между вторым и третьим. Попал мне, короче, один раз, по центру дома побежал. Я прям смотрю. Либо, да, второй этаж, либо крыша, где-то там, между крышей и вторым гаражом, где-то там сидит. Ну, я попал по нему разок, если щирки нет, то мы дамажем. Что там, US клан? На крыше. Блин, вот это вообще что было, нахер? На, замахуешь. Идет. Слышь, Макс, они выпечат новым. Ничего, потом двоих задаем при вас. Возможно, но. Надеюсь, прикладами они шляпнут, правда? Ушел на правую сторону один. Не нёсся, блин, Макс. О, подожди, да, раз. На крышу лестницы убежал. Сзади, ну как? Кто сзади, никого, что ли? Что, вы ещё играете, что ли? Да. Пришёл какой-то тут. А кто вышел? Да у них один вышел, чтобы затащить один раунд. А какой счёт, 7-7, что ли? Да. Ну, да, смотрите, давите его,